В этом видеоуроке мы сделаем ароматическую подставку для сережек в виде сердца. Нам потребуется старая доска 18 на 32 сантиметра, которую мы немного отшлифовали. Ароматическое масло с приятным для вас запахом. Красные синтетические нитки, лист бумаги, декоративные гвоздики с выпуклой шляпкой. Наносим немного ароматического масла на тряпочку и смазываем доску со всех сторон. Масло немного затонирует дерево, защитит от гниения и придаст приятный запах. Можно использовать и любое растительное без запаха. Промазываем торцы и обратную сторону. Даем маслу немного впитаться. Теперь складываем лист бумаги пополам. Отмечаем по сгибу 22 сантиметра и 7 сантиметров от сгиба вверх. Рисуем карандашом половинку сердечка по отметкам. Вырезаем шаблон ножницами. Разворачиваем сердечко, примеряем на доску. С размером мы угадали. Обводим карандашом. Забиваем молоточком гвоздик в нижней точке сердечка. До конца не забиваем, оставляем примерно 0,5 сантиметра сверху. Отступаем около 2 сантиметров по нарисованной линии и забиваем следующий. Продолжаем забивать гвоздики по контуру сердечка через равные промежутки. Начинаем наматывать нитку с верхней точки сердечка посередине. Закрепляем нитку, завязываем узелок, соединяем ниткой гвоздики в произвольных направлениях. Нам нужно, чтобы пустых гвоздиков не осталось. Укладываем нитки равномерно, чтобы не было слишком густых участков. Все гвоздики обмотаны. Отрезаем нитку, придерживаем ее конец. Завязываем узелок. Отрезаем лишнее. Оплавляем нитку зажигалкой. Теперь поднимаем все нитки наверх к шляпкам гвоздиков. Так сережки будет удобнее вешать. Подставка для сережек готова. Теперь они всегда будут под рукой, и вы никогда их не потеряете. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал и делайте вместе с нами интересные и полезные предметы декора своими руками быстро и легко.